Всем привет! Моя дочь вредина. Она очень мало кушает овощей. Поэтому я сегодня хочу приготовить такое блюдо. На небольшом количестве масла обжарим лук, болгарский перец и морковь. Чуть-чуть протушили. Теперь добавляем помидоры. Сильно не жарю, потому что хочу сделать это блюдо более или менее полезным. И еще протушиваем с помидорками. Теперь я добавляю кабачок. И все тушим, прям, чтобы размягчился кабачок сам. Делаем фарш. Это у меня фарш индейки, яйцо, рис полуотварной, соль, перец. Хорошо перемешиваем. Из полученного фарша сформировали тефтельки. Теперь укладываем их в сковороду. Тефтельки уложили. Теперь наливаем воды. Теперь нужно посолить и накрыть крышкой до готовности. Тефтельки приготовились. Добавляем зелень. У меня ассорти и лучок, и кинза, и укроп, и петрушка. Буквально 2-3 минуты и выключаем. Вот такое блюдо получилось, смотрите. Пахнет просто нереально. Это будет очень вкусно. Всем приятного аппетита!